Всем доброй ночи. Представляете, сейчас глубокая ночь. 1 час. Мы с Татошей час назад вернулись с ночной прогулки. Сделали все дела, помылись, покушали. Папа изрядно выпил. И теперь вместе лежим на папином диване. А Татоша лежит на папиной подушке. Вот такой вот у меня Татоша. А папа любуется им. Любуется этой лохматой скотинкой. Любуется. Сейчас Татоше надоест лежать на папиной подушке. И он пойдет спать к себе на лежанку. Или будет спать возле папиной кровати. На паласе. А папа займет Татошино место. Вот об этом. В смешном эпизоде нашей семейной жизни. Я вам и рассказал сегодня. Ранним утром. 26 января. Пёс Татоша. Как он тяжко вздыхает. Нагулялся. Такие сцены из жизни. Можно снимать всю ночь. Называемые теплые постельные сцены с участием моего любимца. Всем доброй ночи. Чумаки-чумаки. Татоша, чумаки-чумаки. Чумаки-чумаки. Да, этот нос даже в камеру не ходит. Вот это чумаки. Так чумаки. Всем пока. Ну вот. Как я вам и говорил, Татоша освободил папино место на диване и занял свое место подле него. Вот такое вот у нас отражение зеркала и без отражения. Сейчас получается в кадре два Татоши. Два Татоши — это очень, очень красиво. Не очень сонно. Ладно. Пойдет ты, папа, спать. Пора бы ему, скажет Атоня. Не мешать. Не мешать папе спать. Не мешать. Всем пока. Спасибо вам за то, что вы с нами. Со мной. С моим Татошей.